4 Х-25 забрал 3 цели. Ну, четвертая ракета просто не долетела до цели, ее сняли снизу. Вот. И потом начал отыгрывать снизу. Еще 3 зенитки снял с пушки. Это было, по-моему, на карте Кубань, да. Блин, я не люблю это респаун, но придется. Придется. Я люблю, конечно, нижний респаун. Я уже на XM сегодня как раз показывал на этой карте. Игру на высоте, вот на квадрате А5. И сейчас покажу, как с левых респаунов двигаться, куда двигаться. Ну не знаю, против 10-0 может быть и не покажу, потому что у меня бронепробития может не хватить на явный фраг. То есть ты видишь врага, стреляешь и не пробитие, он потом стреляет в ответ и все. За последние 10 игр на XM я, по-моему, 2 ядерки уже скинул на этом сетапе. Один бой на 12 фрагов, второй бой, если не ошибаюсь, на 10 фрагов. Тоже ядерка. А был еще бой на 9 фрагов, но там до ядерки было что-то почему-то далековато. В общем, смотрите, куда я поехал с этого респауна. Почему я сюда еду, и если доеду, покажу. Потому что могу и не доехать. Могу и не доехать. В общем, сюда едем, ребят, на вражеский респаун. Потом, ну, на этой карте больше делать нечего. Едем сюда, и кто появляется, просто впигачим его. Реально, на этой карте с этого респауна делать больше нечего. С нижнего правого респауна ехать там на горку отстреливаться. Ну, это тактика для ребят, которые не хотят сильно рисковать, никуда не хотят врываться, играть от позиции и по возможности комфортно делать фраги. Вазген, привет, дорогой, привет. Мой друг, мой брат. Ребят, Вазген мой друг в реале. Так, ну и все, отъехать куда-то еще смысла вообще не имеет. Ну, видишь, пума резнулась, по-моему, она даже и не знает, что мы тут. Ой, фига себе, вот это уронище прям по пуме. Все. Кугель Блиц там что-то там выпендривается. Бегля, стоять. Сколько? 6. Ну вот тебе и позиция. Прям играй не хочу. С хрена ли я там этот баобаб, блин, скосил? Ну это я своего слышу. У тебя полчаса будет. Все. Исчез. В принципе, если вы тут уже спалены. Опа! А вот это залетел, так залетел сзади. Прикинь, я не вижу его.
Ай, блин, не попал. Не попал там срез, кто-то выезжал и не попал, блин. Все. И после того, как вы каким-то чудом сделали 6 фрагов, можно брать либо дублеру, либо взять самолет и вот так вот аплодировать врагу. Армани, привет. Хакер, привет. Как настраивать булпапы? У меня уже несколько месяцев стоит гайд. В общем, так. Интересное совпадение, да? Взять XM на одной карте с двух респаунов. И из каждого респауна сделать 6-7 фрагов. По-моему, первый бой 7 фрагов сделал. Ну, тут, конечно, не дали. Более... Блин, кто там ехал? Давайте попробуем кого-то найти на поле. Во-первых, там зенитка была, которая меня и подожгла. Сперва, пока... Леопард. Вот такие маневры на этом самолете явно не делать. Воздушный тормоз тут, конечно, не помешает. И теперь находить врагов. А внизу вертолет, видите? Я тоже вижу. А это кто? Не знаю, кто это был. А вот и вертолет. Там еще один вертолет, по-моему, есть. Так, смотрим на респаун. Ну, давайте Б подчистим. Во-во-во, вижу. Вижу одного там пытается... Блин, с такой дистанции, я не знаю, попаду ли... Вон, с респауна выходит. Ой, блин, в инвуле был. Вот это не пруха, блин, стоял. Две ракеты остались. Стоял на респауне, был в инвуле. 9 фрагов. Поможем команде подчистить точку А. Вот там еще танчик есть. Блин, я этого не вижу. Снял. Ну все, не дал захватить точку. 10 фрагов уже. И пипик. Во, вижу еще одного. Не-н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 е. Оторвало крыло. Спасибо. Ну, самое хреновое, что на этом самолете у меня всего один булпап остался, и то не на крыльях. И все равно у меня оторвало крыло, блин. Ой. А этот где тут стоит? Что его не могут забрать? Я что-то не понял. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Видали, как попал по нему? Помощь. Так, после этого боя
На пару минут перерыв сделаем. У меня там малая разорала. Сейчас посмотрю, почему. Что там стряслось. Надеюсь, не надо будет, чтобы я ее спать уложил. И продолжим стрим. Сейчас быстро. После этого будет. Так, стоп, тут техника есть. Едет на точку С, по-моему. Стоп. Не, свободно. Едем 11. Ну, должен вывести бой. Стопэ. У моих что-то проблемы на... Вот тут есть. И справа есть, и слева есть. Ай, блин. Самое главное, что я знаю, где они, но не успеваю уследить за ними. Но там было сложно, потому что и справа, и слева реально сложно. Давайте зенитку возьму, все же против немцев. Ой. Точка А. А, наши Б берут, ладно. Сложно. Три раза резнулся, три фрага сделал. Пойди, блин, выигрывай с этой командой. Ну все, выиграли, все, затащил. Затащил. Трудно было, но... Но смогли. Так, ребят, буквально 2 минуты перерывчика сделаем. Сколько фрагов тут было? 11 фрагов. Давайте. Ого, 114 тысяч. Посмотри за бой.